Производитель так называемых полезных пирогов Виктор Романов приехал в Одинцово недавно. Побывал на городском рынке и решил, свою авторскую продукцию будет продавать именно здесь. Пришли на рынок, посмотрели, понравилось вообще, как он сейчас выглядит и что на нем происходит. Ну и встали в очередь, потому что мест не было, и места, я знаю, что люди месяцами ждут. Получили вот только маленькую витринку, на которой мы совсем не умещаемся. Ведь еще есть и травы, и целебная вода. Большинство товаров на рынке создаются небольшими фермерскими хозяйствами по уникальным рецептам и технологиям. Так, первый сыр Елена Коканова варила дома на кухне. Сегодня она опытный сыровар со своим производством в Гагарине. Твердые, полутвердые, мягкие сыры, сыры с плесенью. Продукция крафтовая, это мы делаем маленькими партиями. И здесь представлен, можно сказать, сырный бутик. Свою клиентуру мы уже наработали. Глава округа познакомился с фермерами и предпринимателями, осмотрел торговые зоны и лабораторию. За последние годы одинцовский рынок кардинально изменился. Мы поменяли на первом этаже полностью все торговое оборудование, холодильное оборудование. Причем мы использовали именно отечественное оборудование, которое делали четко под наш заказ. Это и цветовое решение, и технические характеристики. Полностью изменился дизайн помещения, были увеличены потолки. Активно развивается и пользуется успехом цифровой маркетплейс. Это хорошее подспорье мелким фермерским хозяйствам. Новая видеостена ежедневно транслирует полезную информацию и рекламу продукции. Главная новинка рынка – интерактивный информационный стенд. Посмотреть информацию, где какие продукты продаются, уже можно. Соответственно, вся информация правительства Московской области, Одинцовского округа, вся необходимая информация, которая нужна. Перспективы развития мелких фермерских хозяйств, малого и среднего бизнеса, а также действующие в регионе меры соцподдержки обсудили за чашкой чая. Кроме того, предпринимателям рассказали, как можно упростить процедуру получения разрешения на мобильную торговлю. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».